Меня зовут Ярослав Старухин, и хотелось бы обратить внимание, дорогие друзья, то, что ни разу я здесь не услышал, но о чем Девятов говорит, что будущее – это за прорывными технологиями, автономная энергетика. Энергетика – это ключ ко всему абсолютно. Мы спорим философии, религии, туда-сюда. Мы живем в очень агрессивной среде, и нам нужно поддерживать температурный режим, водяной баланс, давление, влажность. За все это отвечает энергетика, технологичность. Если вы посмотрите, наберете в интернете «свободная энергетика», вы увидите, что по планете уже тысячи людей этим занимаются. Выложены схемы, можно это проверить, подтвердить. И не находится ни одного профессионального сообщества, который скажет: дорогие друзья, у нас есть бизнесмены, которые могут скинуться по $100, например, и мы хотим проверить, работает это устройство или нет, оно генерирует электричество или нет. Не нашлось ни одного профессионального устройства. Единственное, что есть у России, мы лидируем в фундаментальной науке. И мы не хотим этого признать. Вот здесь докладчики высокие говорят, что весь Запад признал, что наука стала служанкой у бизнеса. У них нет креатива, они не ищут новое. И только в Советском Союзе ставили задание создать то, чего нету ни у кого. Мы должны отвечать современным вызовам. И ученые шли и думали, и они создавали то, чего нету, и самое главное, этого не может быть. Задайте вопросы практикам, своим знакомым, кто работает в радиомастерских. Они вам ответят, что схемы, которые они собирают, ни в коем образе не соответствуют тем описаниям, то, что это описано в физике. Физика кастрирована и так далее. То есть будущее человечества, нужно подумать, связь вот с Тихоокеанством. У России нет высокотехнологических производств, чистых комнат, что необходимо для чипов, процессоров и так далее. Но это есть как раз у Тихоокеанского региона. И задача России громогласным пиаром огласить: дорогие друзья, мы можем всех накормить, напоить, всех вылечить, но не переругаемся ли мы? Не переубиваем ли мы друг друга в борьбе за эти технологии? Вот, отвечают бабы новых нарожают. Но наша жизнь проходит, потому что за энергетикой следующий шаг через год – это новые средства перемещения в пространстве. Мы дикари, мы как запустили первую ракету, она до сих пор летает на керосине. Мы ни на йоту вперед не продвинулись. И мы думаем, что наука шагает вперед, и мы как-то помогаем и так далее. Этого нет, это все фикция, лажа. А обогревать и кормить надо. У нас в стране 140 миллионов, в Китае 1,5 миллиарда. И всех надо обогревать. Но мы об этом не думаем. Мы все думаем, каким образом загнать человеку что-то, продать и так далее. Вот новая политика должна быть как раз, чтобы было гармонично. Нигде в природе ни одно живое существо не использует деньги как средство расчета, взаимоотношений и так далее. Нигде в природе это нет. Мы это ввели и думаем, что это возможно. Кроме нас это никто не сделает, потому что представитель Счетной палаты сказал, что в схеме ГМО люди выбывают, а уж энергетикой тем более никто не хочет заниматься. Так что все в наших руках. Спасибо большое. Спасибо. Thank you.
Thank you.